Сегодня психологи, психиатры и психотерапевты напоминают о душевном состоянии. 10 октября отмечают Всемирный день психического здоровья. Доказано, что половина всех психических заболеваний начинается в возрасте до 14 лет. А от депрессии страдает каждый шестой человек. Правда, не все обращаются с этой проблемой к специалистам, думая, что это просто плохое настроение, а не болезнь. Ну а мы сегодня спросили жителей Сургута, как они борются с осенней хандрой. С помощью фруктов, овощей, конечно, посмотрите, какое разнообразие у нас в Сургуте, все. И в этом году и осень нас баловала, и вообще хорошее настроение, вот и всех хандры нету. Настроение мне всегда хорошее. Ну, это мазью мажусь, а чем еще? Ну, знаете, расстраиваться и радоваться сама природа придумала. И я вообще считаю, что это глупости, что надо прям искоренять стресс какой-то и так далее. Это все природой задумано, и природа намного умнее человека. Плохое настроение, я просто, я не знаю, хорошо покушаю или позволю себе сладкого, и все становится получше. Для этого нужно иметь мечту. И к этой мечте постоянно идти. Вот если будет у вас дальняя, ближняя мечта, обязательно все сбудется. Не очень скромный вопрос. Как вы оцените состояние своего психического здоровья? И если да, то как вы его можете прокомментировать? Вот почему? Так оцениваю. Потому что я все силы прикладываю для того, чтобы оно было хорошим. Занимаюсь спортом, хожу в бассейн, хожу на хор и так далее, и так далее. Я утром встаю и говорю, как хорошо, как прекрасно. Дай Бог мне здоровья, и чтобы весь день прошел интересным. Поэтому я вот с людьми работаю, я со всеми общаюсь, мне вот это удовольствие доставляет. Но это нужно, чтобы каждый сам себе какое-то занятие находил.